Улучшить координацию между центром и регионами, предложил Александр Никитин на заседании комитета в Совете Федерации России. Губернатор также внес предложение по стимуляции налогового потенциала Тамбовской области. Основным вопросом, который поднял Александр Никитин в своем докладе, стало обеспечение квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С нынешним уровнем поддержки Тамбовская область может удовлетворить потребности только 300 человек. Предложение здесь одно. Все-таки, наверное, имеет смысл рассмотреть увеличение доли Федерации в решении этого вопроса. Я не буду говорить о поправках, которые необходимы сегодня в законодательство, связанное с решением данного вопроса, но тем не менее изменения, которые проходили и были внесены в жилищный кодекс страны, конечно, они усилили нагрузку на региональный бюджет, а мы понимаем степень актуальности и важности этой проблемы, и, естественно, нам хотелось бы решать ее результативно. Наряду с проблемами социальной сферы губернатор сделал акцент на изменениях налоговой привлекательности регионов. Александр Никитин предложил решения, которые помогут более объективно оценивать потенциал и достижения субъектов Федерации и Тамбовской области в частности.